Городские дворы, отремонтированные по программе формирования комфортной городской среды, осматривают представители края. Новый проект реализуется в нескольких муниципалитетах Приморья. В Уссурийске в этом году обустроят 20 дворовых территорий. Кушнира-1 тоже попал в план. Здесь уже отремонтировали асфальт, уложили новый бордюрный камень, установили скамейки и урны. Настроение у жильцов, конечно, очень хорошее. Все рады, все довольны, что у нас такой красивый благоустроенный двор. Благодаря федеральной программе двор, конечно, находился в ужасном состоянии. Бордюры все были рассыпаны, асфальт был разбит, были ямы. Но сейчас все очень рады. Все довольны. Программа формирования комфортной городской среды разработана на несколько лет. И предполагается финансирование бюджета всех уровней. На такие работы ежегодно федеральный бюджет будет выделять 20 миллиардов, край – 80 миллионов. И плюс деньги муниципалитета. Разработан проект муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы. С учетом бюджета местного планируется предоставить 10 миллионов. Также планируется софинансирование собственников в следующей программе. Это будет не менее чем 5%. В программе два направления. Это дворы и общественные зоны, парки, скверы. День рождения Уссурийска в городе открылась обновленная территория на Слободе. Парк Чумака отремонтировали именно в рамках проекта развития комфортной городской среды. Теперь здесь кипит жизнь. Конечно, нужны такие места. Мы живем вот буквально тут. Неподалеку. Ходим сюда каждое утро, потому что вечером здесь полный аншлаг. Здесь, ну, большие очереди на горке. Конечно, лучше, чтобы таких парков становилось намного больше. Очень важно, чтобы и общественные пространства, и дворовые территории также благоустраивались. И мы сегодня с вами посмотрели в Уссурийске первые дворовые территории, которые уже сданы. Конечно, очень здорово, что там предусмотрено не только благоустройство в части там асфальтирования или установки лавок, урн, но и такие элементы, как тактильная плитка. До наступления холодов в Уссурийске намерены закончить ремонт во всех дворах, которые стоят в плане. В следующем году работы возобновятся, но уже по другим адресам и при финансовой поддержке участников программы. На сегодняшний день в администрации округа собрано более 300 заявок от жильцов. Ольга Муравьева, Сергей Флоренцев, Телемикс.